Всем здрасте. Соскучились. Мы очень. Рад приветствовать всех на канале этим прохладным ноябрьским утром. Такая красота за моей спиной. Приехали в один старый лес. За очень старой деревней. Деревня за моей спиной. Лес. Вот он. Покажу. Камера продолжает глючить, поэтому постараюсь, конечно, вытаскивать. Поприветствуй товарищей. Сегодня вдвоем. Так, хорошо, прохладно. На термометре вроде минус один. Термометр. Прикол сегодня где-то вычитал. Профессиональные барабанщики градусник стряхивают до минус 12 градусов, короче говоря. Я не знаю, к чему это я ляпнул, но ржал сегодня с утра нормально. Да не, нафига, в принципе, все заряжено. Вот. Лес вот там в глубине. Деревня вон там, вон там. Пым, вон там. Ничего. Вот. Нам туда. Туда, туда. Углубляемся. Закрываемся, углубляемся. Так, вот мы вошли. Овраг. У меня конинка. А у тети Любы... Невидимка с бабкой. Заколка, да, советская. Советская. Такие в 70-х были. Еще целая. Ну, она рассыпается вся. Вот эта часть. Лес, конечно, прикольный. Вот. Очень даже, блин, не пойму, что с фокусом, ну ладно. Стоп-то работает, ну заработает. Смотрите, какой дуб шикарный. Тут вообще, в принципе, дубов много вот в этом лесу. Вот такой вот. Копаем чернину, смотрим сапутку. Вот такие фигульки попадаются. И по ним сложно определить, что это такое. Фигулька она и в Африке фигулька. Ну, похож на то. Там вот овраг, здесь вот овраг, здесь, бог его знает что. Копаем все, черные, цветные, причем там уже цветных здесь в принципе нет. Пока. Черный? Скорее всего черный. Слушайте, дорога. Дорога рядом. Но мы не скажем, где мы. Крутимся возле дуба. Ничего не напоминает из наших, это оно. Из наших предыдущих видосов. Будем надеяться, что оно. Лес сам по себе, конечно, небольшой. Мы здесь были один раз. Охотка здесь была достаточно интересная. Вот тут крест шестиконечный. Это точно карман классный. Это нет, подкова. Целая, да? С гвоздями. Хрена себе. Нормальная такая. Солидно. Пойдет. Ну, так и ковыряем к вам чернину. Видите, всяко бывает. Мы, в принципе, сюда и приехали. В основном чернину ковырять. Очень много гвоздей от подков попадается. Черный? Подцветник у меня фольгой вверх. Фольгой? Угу. Очень много гвоздей от подков, каких-то кованых хренулечек. Пока ничего интересного нет. А не выкопал, наверное. Не, выкопал. Что ты выкопал? Жбунь. Вот, блин, зараза. Жбунь? От лампочки. Ну да. Иногда такая цветненько бывает.
И дубы вот такие клевые. Кругом лет по 300. А может и больше. Ай. Я два раза не обхвачу. Ну, два меня не обхватит. Ха. Не затем мы сюда ехали. Монетку дали. Щитовик. Ну, 20 копеек, но... Ну, это ладно. Ладно, это все, скажем так... Лирика. Ну, не лирика, это все. Ищем-то, в общем-то, все-таки более старые вещи. Ну... Ну, да. Без рыбьи. Блин, прикольный выбор такой на дорогу лег. Лес? Да. Тот там прикольный сейчас шебуршился в кустах. Советик убитый. Скорее всего, позднятина. Ух ты. Лес, конечно, здесь прикольный. Ну, мы сейчас туда уйдем. Здесь потому что советская территория, и там деревня уже начинается. Нам здесь не надо. Нам там надо. Присели на бревнышко. Водички попить. Ничего пока больше не попадается. День короткий, уже переезжать смысла нет. Время часу, 4 темно уже, темнеть начинает. Перед нами овраг. Вот, попробуем сейчас края оврага и дно, соответственно, его посмотреть. И все, тогда отстанем от этого леса уже окончательно. Спустились во враг. Вот он. Ой. И пойдем туда. Вот что валялось на дне. Сейчас, ну короче, пойдем, да, в ту сторону. Не было ли вот здесь моста? Похоже. Только там тишина. Да? Ага. Интересно. А котелок-то пустой. Потом середина ноября. Дождь влупил. Ага. Причем такое, не пойми, то ли дождь, то ли снег какой-то, хрен поймешь, вперемешку. Вроде особо не мочит. Короче, двигаем по врагу туда. А хозяин улетел в теплые края. Скорее всего. Вот котелок, и вон. Еще котелок, раз. Ну, по-моему, здесь где-то еще. Два. Что-то здесь больно до хрена котелков пустых. Mm-hmm. Ну вот он заканчивается, овраг. Одни котелки. Фу, блин, почему я все котелки-то их называю? Горшки. Машина стоит. Там поле было, сейчас еще пару часов у нас есть, походим. У меня очередной. Кстати, я, судя по всему, в охране. Работничник. Ой, тьфу ты, господи, заплетается у меня языки мои. Щитовичок. Осталось у нас совсем немного времени. Да, с находками сегодня не очень. Зато прекрасно погуляли, воздухом подышали. Уже почти что морозным. Здесь было поле, я так понимаю. Сейчас вот единственное время, точнее, когда здесь можно походить. Листьями все накрыло. Вот в этих березах совершенно спокойно, вообще прекрасно можно полазить. Удивляет, что до деревни метров 200 мусора нет. Практически нет вообще. Мы сегодня за день там, ну может быть за всю вот, сколько там, пробки 4, наверное, нашли и все. А так вот такая красота. Зверя что-то не видно, сейчас только хищник один слетел. Так что рубрики «В мире животных» сегодня, видимо, не будет. Не будет сегодня. Итак, все. Практически стемнело. Находки вы все видели, находок мало. В этот раз не выстрелило. Погуляли прекрасно. Ноги отваливаются.
Хочется. Жрать охота. Так. Ну и все. Что еще? Пока. Пока все. Ладно, этот лес мы оставляем в покое. Будем искать что-нибудь новое. Нового у нас здесь есть. Да, нового здесь хватает. Так. На этом откладываемся. Всем пока.